После перехода нас на областное финансирование нам хотелось бы с гордостью сказать и с благодарностью сказать о том, что в нашем лице питаются бесплатно все учащиеся с 5 по 11 классы. В плане питания, естественно, все это был положительный бонус для всех, так как финансовое все-таки состояние семьи различное, и все были приятно удивлены. Мы эту новость восприняли с воодушевлением. На сегодняшний день не все родители оплачивают горячее питание своих детей в школе. Нам бы хотелось, чтобы дети соблюдали режим питания и питались правильно, а не перекусывали на переменах конфетами, чипсами и печеньем. И, конечно же, самое главное – это здоровье детей, здоровье нашей нации. И то, что президент предложил охватить питанием, горячим питанием детей начальных классов – это мы приветствуем, и, конечно же, это тоже очень важно. Это, конечно, очень большое подспорье родителям, потому что теперь вся начальная школа будет полностью питаться за счет федерального бюджета. Я думаю, что это, конечно, обрадует всех родителей. Так же, как учителю начальных классов, мне очень понравилось, что классному руководителю будет доплата с 1 сентября в размере 5000 рублей. Все мы знаем, насколько тяжелый труд у классных руководителей, сколько сил они вкладывают в детей. К сожалению, долгое время этот труд оплачивался недостаточно. И сегодня Владимир Владимирович сказал как раз таки про то, что эту доплату стоит увеличить до 5000 за счет федеральных денег. Классное руководство достаточно ценится сейчас, в том числе и в нашем лицее, поэтому классным руководителем быть почетно, на мой взгляд, это стимулирует тебя развиваться, расти дальше. Отчеты, дневники, классные журналы – все это требует времени и ответственности не меньше, чем работа с самими детками. Поэтому данный колоссальный труд требует, я считаю, достойной оплаты.